Привет, меня зовут Антон, я видеооператор. 24 дня в экспедиции «Золото открытий» я снимал все происходящее вокруг, в том числе самые красивые, интересные и необычные места Якутии и Магаданской области. Первая достопримечательность – это не какая-то точка на карте, а сама трасса Лена. По дороге хотелось постоянно останавливаться, фотографировать и снимать видео. Что мы и делали. Якутск. Первым делом мы пошли в музей мамонта. Экскурсию нам провел заведующий экспозиционным отделом, кандидат биологических наук Сергей Федоров. Еще в Якутске есть туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты». Это не тающий ледник прямо внутри горы. Ленские столбы, наверное, наиболее известная достопримечательность Якутии. Но чтобы туда добраться, нам пришлось плыть на катере вверх по течению около 200 километров. От Ленских столбов на этом же катере мы отправились на одну из песчаных дюн. Или, как их здесь называют, тукуланы. На трассе Колыма тоже было много мест, где хотелось останавливаться. Одно из них – Ольчанский перевал, куда мы добрались уже на закате. На Тенькинской трассе, по которой мы проезжали часть пути, есть интересный поселок Устемчук. Там мы сходили в краеведческий музей. А еще нам показали школу и дом культуры, который помогла отремонтировать и благоустроить компания «Полюс». Помимо населенных пунктов, «Полюс» поддерживает и природные заповедники в этом регионе. Магадан – финальная точка нашей экспедиции. Современный город на берегу Охотского моря. Самым знаковым, как мне кажется, стало место недалеко от поселка Ола, где в 1928 году на побережье высадилась первая колымская экспедиция. Путешествуя по Дальнему Востоку, снимая эти места и пейзажи, я не только осознал, насколько этот регион необъятен, но и увидел, как он по-особенному прекрасен.